Всем, кто лишен водительских прав, придется пересдавать экзамены. В силу вступили новые поправки к административному кодексу. И теперь водителям срок лишения, у которых заканчивается после 1 сентября этого года, придется заново пройти проверку на знание ПДД. Правда, экзамен для них будет несколько легче, чем для кандидатов в водители. Предусматривается, что на теоретические вопросы лишенники будут отвечать исключительно в автоматизированном режиме, в оборудованных компьютерных классах. Кроме этого, тестирование будет проходить по билетам за вычетом ненужных вопросов по медицине, по психологии и так далее. Ведь в законе прописано, что проверка знаний необходима именно по правилам дорожного движения. В будущем, мы уже разговаривали с коллегами из нашего научного института, возможно, будут разработаны специальные вопросы с упором на те правонарушения, за которые водитель был лишен прав. Например, за пьянку. Это могут быть те же самые 20 вопросов с уклоном на данную тему. Та же самая практика существует в Германии. Там проводится так называемый тест на идиота, чтобы довести до сознания правонарушителя, что так делать нехорошо, противоправно и опасно для здоровья окружающих, прокомментировал инспектор. К слову, с начала этого года в ноябрьске водительских прав лишились почти 600 автовладельцев. Цифра большая, и идею законодателей с пересдачей экзаменов лишенниками, даже несмотря на трудности, которые могут возникнуть, полицейские ноябрьска поддерживают. У нас, конечно, объем увеличится, но я думаю, что это очень полезно. Лишенные есть до 2027 года, когда у нас это был закон накопительный, эта система была, люди себе там набрали.